29 апреля состоится инаугурация президента Казахстана. Об этом сегодня сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии. Нурсултан Назарбаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав по окончательным данным 97,75% голосов избирателей. Данных установлено, что из 9 547 864 избирателей, включенных в списки, приняли участие в голосовании 9 990 920 человек, или 95,21%. Голоса избирателей в целом по республике распределились следующим образом. За Кусейнова Абдельгазикаля Акбаровича подано 57 718 голосов избирателей, что составляет 0,64%. За Назарбаева Нурсултана Абишевича 8 833 250, или 97,75%. За Сыздыкова Тобуна Искаковича 145 756, или 1,61%. В соответствии с законом о выборах и на основании предлагаемых протоколов центральной, а также областных, городов Астана и Алматы избирательной комиссии о результатах выборов президента Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия постановляет считать избранным президентом Республики Казахстан Назарбаева Нурсултана Абишевича. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года о президенте Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет определить 29 апреля 2015 года днем принятия присяги президента Республики Казахстан Назарбаева Нурсултана Абишевича, избранного на внеочередных выборах 26 апреля.